Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости Анапа региона. Я Татьяна Григорьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Волшебная страна ждет новых воспитанников. Как к 1 сентября готовятся школы и детские садики Анапы. Осторожно, фальшивка. Преступники освоили новые методики подделки денежных купюр. Учимся отличать оригиналы от копий. «Стань звездой». В Анапе выбрали актеров для фильма о войне в Афганистане, которые будут снимать в нашем городе. Целый комплекс вопросов предстоит решить муниципалитету во время подготовки к грандиозному спортивному событию – чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Анапа в числе 4 территорий Краснодарского края, где будут тренироваться звезды мирового футбола. Исполняющий обязанности главы курорта Юрий Поляков взял на личный контроль важнейшие вопросы – ход строительства тренировочных баз, организацию дорожного движения на время пребывания у нас команд и подготовку волонтеров. Заседание оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в режиме видеоконференции провел вице-губернатор Краснодарского края Николай Далуда. Кубань выбрали лучшие сборные мира. У нас строят сразу 8 тренировочных баз. Встретить спортсменов на должном уровне – задача государственная. Все мы прекрасно с вами понимаем, что игры Кубка Конфедерации – это промежуточный результат. Это промежуточный экзамен. И если на Кубок Конфедерации к нам в страну приезжали всего 8 команд, то на чемпионат мира к нам приедут 32 лучшие команды мира. Кого из фаворитов мирового футбола примет Анапа, решит жеребьевка 1 декабря. Сейчас в муниципалитете готовят спортивную инфраструктуру. Заказчик работ – Главное управление строительства Краснодарского края. У нас две площадки готовятся. Это село Витязево и Анапское. Как докладывал Вадим Иванович, подрядчики приступили к работам на этих площадках. Сейчас мы оконтролируем их, смотрим, пока срывов по графику нет. В марте будущего года в Анапской и Витязево появятся современные стадионы. Общая стоимость работ – 260 миллионов рублей. Несмотря на то, что проект федеральный, а подрядчики подчиняются краевому управлению, исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков берет на личный контроль ход подготовки к чемпионату. Выезжаем совместно с вами. И я хочу четко понять, не было даже представителя подрядчика на селекторе, кто подрядчики и четко, ежедневно, сколько человек вышло, что делают. И таким путем мы будем видеть, куда мы дойдем до конца сентября. А в конце сентября должна быть отрава. Здесь есть поручение, которое я записал, Юрий Егорович, а вам отдам. То есть меня интересует еще, может быть, нужно действительно изменить на какое-то время чемпионата мира и подготовки, когда они будут здесь, нужно изменить транспортное движение. Для размещения футболистов выбраны санатории «Старинная Анапа» и «Аквамарин». Вместе с командами ожидается приезд многочисленных болельщиков. Им в помощь Анапа подготовит волонтеров и разработает понятную схему движения общественного транспорта. Коммунальные службы по поручению исполняющего обязанности главы Анапы сегодня работают в усиленном режиме, поддерживая порядок в городе. Установка пандусов, замена тротуарной плитки. Сотрудники ремстроя делают все возможное, чтобы жители и гости города не испытывали неудобств. Работа коммунальщиков на городских улицах не прекращается ни на минуту. В поле зрения специалистов не только центр города, но и периферия. Так сотрудники ремстроя приступили к монтажу пандусов на улице Ленина. Здесь совсем недалеко расположился новый спальный микрорайон, поэтому дорога к остановке маршрутного такси должна соответствовать всем требованиям. Но уже с первых дней работы ремонтники столкнулись с трудностями. И главная проблема – человеческий фактор. Основная сложность, что когда было строительство первоначальное, как бы еще окраины города были, поэтому много строительного мусора, вплоть что бетон выливали, промывая миксера. Теперь мы это все убираем. Масштабные работы развернулись и на улице Черноморская. Здесь дорожники привели в порядок дорожное покрытие и застелили новый асфальт. Теперь плиточники приводят в порядок тротуары. Например, возле этого дома после частной стройки был полностью разрушен целый участок тротуара. Благоустройство так и не сделали. Замена тротуарного покрытия по причине негодного старого покрытия. Объемы тротуара 140 квадратных метров, сроки до
конца недели. Новое дорожное покрытие появится и на улице Лермонтова. Специалисты ДРСУ «Вираж» уже демонтировали старые поребрики и приступили к монтажу новых. За несколько дней им придется установить почти 500 метров нового бордюрного камня. Работают дорожники быстро. Ремонтные работы создают неудобства жителям при выезде с дворовых территорий. После монтажа бордюров в этом квартале положат новый асфальт. Также продолжается и благоустройство города. На улице Терской коммунальщики начали установку новых лавочек для отдыха. В ближайшее время здесь планируется установить более 30 скамеек. А жители 18-го дома в 12-м микрорайоне спорят о том, где расположить площадку для мусорных контейнеров. Управляющая компания была вынуждена ее перенести, потому что собственник земли расторг договор аренды. Но ни одно из предложенных мест жильцов не устраивает. Как решить коммунальный спор, разобрались наши корреспонденты. Место под контейнерную площадку отмечено строительной лентой. Подрядчики уже начали работать, однако жильцы протестуют. По их словам, здесь уже десятилетиями разбит палисадник, за которым ухаживают жильцы дома. Кроме того, поребрик, часть которого придется убрать, защищает низину от ливневых потоков. Если сделать все так, как сейчас планируется, то низину будет топить. В управляющей компании поясняют, что действует в соответствии с решением жильцов. Его утвердили на общем собрании, и коммунальщики по закону обязаны подчиниться. До этого контейнеры стояли рядом с этой площадкой, которая принадлежит товариществу собственников жилья «Рубин». Жильцы 18-го дома в 12-м микрорайоне платили за ее аренду. Однако собственник договор расторг. Тогда контейнерную площадку расположили здесь, уже на своей земле. Однако часть жильцов стала настаивать на переносе и собрала необходимое число подписей. В результате всех этих движений было принято решение общим собранием об установке мусорки новой вблизи существующей, которая является собственностью ТСЖ «Рубин», но на земельном участке уже 18-го дома. Вот. Ну вот они провели собрание. Вот. Собрание, и указали место расположения. Но место расположения оказалось недостаточно удачным в плане того, что возле магазина «Авоська» напротив. Вот. Ну, магазин стал воспрепятствовать данному строительству. Был утвержден новый. Вчера подписали нам новую схему. Вот. Согласовали мы с 18-м домом. После таких отчасти вынужденных изменений жильцы, которые были не против переноса, говорят, что начали снова собирать подписи. Мы подписали. Мы потому что не думали, что нам под дом поставят эту мусорку. Да, мы подписали, но мы ликвидируем свои подписи. И все уже, которые жильцы, которые я застала, они уже ликвидировали эти подписи. Все, они не согласны с этим переносом мусорки под наши окна. 5 метров. Это просто нарушение даже норм. Коммунальщики поясняют, что нынешняя чехарда связана еще и с тем, что сегодня никто не хочет платить за вывоз чужого мусора, а граждане часто даже не задумываются, чьи это контейнеры, если им по пути. В управляющей компании предлагают альтернативу, так называемую позвонковую систему, когда машина подъезжает к дому в определенное время. Жильцы говорят, что в принципе не против, тем более, что так уже было раньше. Все в их руках, а дело за подписями. В анапских школах сегодня полным ходом идет подготовка к новому учебному году. В этом году за парты сядут почти 24 тысячи ребят. Из них 2500 первоклассников. Но готовятся к 1 сентября не только школы. Выпускники детских садов пополнили ряды первоклашек, а им на смену теперь ждут новых воспитанников. Садик «Волшебная страна» за несколько месяцев превратился в настоящую сказку. На выделенные из краевого и местного бюджета деньги сотрудники сада закупили оборудование и игрушки, оформили кабинеты и даже обустроили новую комнату. Детский садик «Волшебная страна» открыли не так давно. Ему всего 3 года. Молодой коллектив полон идей. Каждое лето здесь стараются придумать что-то новое. В этот раз изюминкой стало открытие сенсорной комнаты. В ней дети могут поиграть в компании плюшевых игрушек. Рядом находятся кабинеты психологов. Специалисты следят за эмоциональным состоянием детей и за тем, чтобы им было комфортно и интересно. В эту комнату приходят дети для того, чтобы снять эмоциональное напряжение. У кого-то уровень тревожности повышен. Эта комната способствует расслаблению, снятию эмоционального напряжения. Дети здесь могут не просто посидеть и пообщаться с педагогом, с педагогом-психологом. Часто эту комнату используют, когда дети испытывают какой-то дискомфорт. Приходят сюда с психологом, они здесь могут и полежать, и расслабиться. Дети здесь и расслабляются, и проводят специальные коррекционные занятия специалистами детского сада. Важен не только досуг ребят, но и их развитие. В этом году из садика выпустили 150 детей. В сентябре они уже пойдут в первый класс. С подготовительной
профильными группами работают педагоги и специалисты, готовя их к школе. Наши дошкольники, уходя в школу, подготовительные к школе группе выпускаясь, они обладают теми компетенциями, которыми должны обладать при поступлении в первый класс. Мы в детском саду не учим их читать, но они обладают знаниями, сложением слогов, знанием звуков, из чего состоит слово, сколько слогов. Словарный запас их расширяется до объема нормы, которая необходима в школе. Словарный запас иногда расширяется до такой степени, что дети могут рассказывать, сочинять сказки. Для этого способствуют специальные занятия и развитие речи, и театрализованная деятельность в детском саду. Особое внимание уделяют развитию творческих способностей. Оборудование закупили и в музыкальный зал. Обучающие программы демонстрируют при помощи нового проектора. Во всех кабинетах и коридорах сделали косметический ремонт. Теперь на стенах красуются персонажи из известных детских сказок. Мы считаем, что данное оборудование, которое приобретено в этом году, значит, в сенсорную комнату, в физкультурный зал, в игровые групповые помещения, они будут очень интересно для детей, познавательно. Мы очень ждем наших новых воспитанников, их родителей, ну и всех остальных ребятишек, которые уже посещают нашу волшебную страну. По словам Ирины Григорьевны, садик полностью готов к набору новых групп. Все ремонтные работы уже завершены, кабинеты оформлены, а во дворе детей ждут игровые площадки и увлекательные занятия с воспитателями. Спортивная школа «Виктория» проводит набор на новый учебный год. На выбор предлагаются программы по нескольким видам спорта – волейбол, плавание, синхронное плавание, спортивная гимнастика. Здесь созданы приемная и апелляционная комиссии, утверждены сроки проведения вступительных испытаний, которые вы видите на своих экранах. Также можете посмотреть на нашем сайте anaporegion.ru. Внимание, фальшивка! На территории Краснодарского края участились случаи преступлений, связанных со сбытом денежных купюр номиналом в 1 и 5 тысяч рублей. Проблематично определить и отличить поддельные денежные купюры от настоящих. Поэтому сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регулярно обращаются к гражданам города-курорта Анапа, а также проводим профилактические мероприятия, связанные с недопущением и профилактикой сбыта поддельных денежных купюр. Для примера были взяты оригинальная 5-тысячная купюра и подделка. В последнее время мошенники освоили новые технологии, которые позволяют делать фальшивки высокого качества. Но есть несколько приемов определения оригинала. К примеру, если на подделке сильно потереть серийный номер, он сотрется. Еще одна важная деталь. На оригинальной купюре блестящая лента, прошитая внутри, не отстает от бумаги. А вот на подделке острым предметом ее можно спокойно отсоединить. Ну и, конечно же, стоит обратить внимание на состояние банкноты и ее плотность. Если купюра расслаивается, налицо факт сбыта фальшивых денежных средств. Однозначно стоит отметить, что купюра оригинальная не может быть склеена из двух половинок бумаги. Сотрудники полиции также ведут разъяснительную работу среди предпринимателей. Рассказывают и показывают на примерах, как можно определить подделку. В случае возникновения такой ситуации необходимо срочно сообщить в полицию по телефону 02 о факте сбыта фальшивых денежных средств. По возможности необходимо запомнить его приметы – рост, прическа, акцент. Если гражданин использует транспортное средство, необходимо запомнить марку и номер автомобиля злоумышленника. Больше сотни анапчан приняли участие в кастинге для фильма, съемки которого уже в ближайшие месяцы начнутся в городе-курорте. Виски не выбриваем, ракес не отращиваем, все предельно натуралистично, 1985 год снимаем, военные действия, да. Просмотр шел около 6 часов. Принять участие в нем приходили целыми семьями. Для съемок кинематографисты выбрали карьер в районе села Юровка. Работа начнется в середине сентября. Речь в фильме будет идти о событиях времен войны в Афганистане, когда советские пленные подняли восстание в лагере. Основной типаж у нас идет кавказская внешность на роли маджахедов. Но рассматриваем абсолютно всех, потому что это будет в любом случае в нашей базе, в театральной. Вот. И в дальнейшем в проектах, естественно, мы с ними сможем работать. На данный момент мы набираем больше на массовку, естественно, потому что проект очень большой, надо массовки от 150 человек. Вот. Ну и, соответственно, мы тоже актеров рассматриваем, потому что очень много эпизодических ролей и роли второго плана. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки».
тавровских мясных лавках «Докторская Тавровская» 189 рублей. «Сервелат российский» 319 рублей. «Сосиски крымские» 195 рублей. Тавровские мясные лавки в Анапе. Парковая 93А, Крымская 98, Амелькова 28 и Астраханская 75А. По прогнозам синоптиков, 18 августа в Анапе ожидается переменная облачность. Местами возможны дожди и грозы. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов. Ночью прохладнее, 19 выше 0. Ветер переменный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Программа «Детокс. Очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени, электрокардиограмма, внутривенное детокс-очищение, нейрофизиологическое обследование, рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 424-19.